Ну все, подключили на 15 киловатт. Напряжение на 55. Сейчас смотрим, измеряем. Общее у нас 95 ампер. 91 и 2. 92. Все, 15 ниток на обогрев у нас работает. Подключен трансформатор от сети на участке 15 киловатт. Трансформатор мощностью 80 киловатт, но мы его нагрузили на 15. Ну, в принципе, получилось, что не надо было тащить дизель-генератор какой-то и так далее. В принципе, 15 киловатт при такой погоде хватит обогреть. Пусть теперь неделю постоит, погреется плита.